Всем привет, ребята! Рыбачок 36 с вами. Пол третьего ночи или утра. И снова я на рыбалочке Дон. Вода немножко ушла. Так что ловить будет немножко еще покомфортнее. Что, сейчас начну с миног небольших. 50-х, 55-х. Ну, потом кренки, блесенки. Будем все пробовать, на что сегодня будет реагировать рыба. Поехали ловить. Что, ребят, первый заброс. Спиннинг взял сегодня рокфишевый до 7 грамм. Катушка китайская, шнур 0,8. Меньше не стоит ставить, потому что много обрывов. Рыба крупная попадается. Ну и гагагунчик. Какой он тут? 55-й, что ли? Да, 55-й, тонущий. Посмотрим, что удастся нам сегодня поймать. И удастся ли поймать вообще что-нибудь. О, хорошо пошел. Машкары много. Ветра нет. Небушка так затягивает. Но облака не плотные. Сейчас в это время должен быть жерех и судак. А чуть позже потом уже туда голова или ясь. Хотя бывает и ясь ночью выходит вот так. О, подруги запели. Минуха. А что, ребята, есть первый? Но это что-то не сильно большое так. Полкило, может. Сработала минушечка. Посмотрим. Ну да. Такой красавец. Да. Отпустим красавца. Мелкий. Да. Вот такая минушечка. Норки лазят. А? Да говорю, норки лазят. Угу. Так что лайкос за первого сбитого. Главное, чтоб сумки с воблерами не утащили. А то скажут, что это они тут. Да. Рассвет, ребята. Соловьи еще поют. Кукушка. Ветра нет. Температура комфортная. Прелесть. Просыпайтесь рано и будете наблюдать прелестные восходы. Была еще одна холостая поклевка. И все.
продолжая на минушки ловить. Сейчас поставил натуралом, в натуральном цвете. Вон с той стороны еще один. Ранняя пташка. Но рыба сегодня не особо активная. Пока. Хотя тумана не было, но погода меняется. Ну и Андрюша поймал. Ну, размочился, и то дело. На крэнк взял. Да, закальчик сработал. С дальнего выброса. Ну, да. Какой. Грамм 400-500, блядь. Поздравляю вас, маэстро. Поставил маленький ратлин. Кто-то клюнул. Не крупный. Скорее всего, голавлик. Да-да. Совсем детеныш. Отпустим. Вот такой силиконовый ратлин небольшой. На воблера не хочет. Ни на минухи, ни на крэнки. А ратлин стукнул. Он небольшого веса. 4 грамма весит. Здесь и струя небольшая. Пробовал джиговой проводкой, нет. На равномерку взял. Народ потихоньку собирается. И там он вдалеке на велике приехал. Ну, в основном донышники. Продолжаем рыбалочку. Ну, ребят, что-то еще небольшое поймал. Клёва сегодня особо нету. Какая-то мелочевка липнет. Судачок. Огромный. Сейчас мы тебя отпустим. Вы такой зубастый, маленький, а зубы вон какие. Продолжаю ловить на миножки разные. 40-е, 45-е, 50-е, 55-е. Пришли вон две девушки с будуна. Покидали удочки немножко и давай купаться. Легкий стриптиз в 6 часов утра на Дону.
чего только не увидишь. Ладно, продолжаем рыбалку. Ну, ребят, поставил редрак. Что-то хорошее. В кислоте. Да, что-то хорошее. Да. Долго не было. Поклевки были, но все какие-то пустые. Ну, должен быть голавль. На меня пошел. Пошел на меня. Сейчас, да, похож на голавлика. Или ясь. Ясь, ребята, ясь. Язя я заберу. Да, это ясь. Это он клевал, но не брал. Хороший ясь. Бьет, но не берет. Поклевок много, но все холостые. Все холостые. Язя я возьму. Язь вкусный. Так. Поймал уже 3 вида рыб. Голавлики. Маленький судачок. Ну вот ясь. Я думаю, кто мне там все стучит. Я так и думал, что это ясь. У него такие повадки. Вот он бывает, что когда вялый, просто стучит по воблеру, а брать не хочет. Ну, хоть голые девки нам сегодня скрасили вялую рыбалку. Пришли утром, купались. Молодые, пьяные. Звали нас к себе. Так, продолжим. Есть, ребята. 3 бита Бобби Крэнк поставил. Диповый. И кто-то сел. Возможно, непонятно, кто это. Еще не вижу. Кто это? Небольшой голавлик. Такой голавлик. Голавлик маленький. Сейчас мы его отцепим и отпустим. Такой малыш. Такой воблер. Сребита Бобби Крэнк, диповый. Еще один маленький голавлик. Воблер тот же. Хоть что-то клюет. Да, малышок. Таких я не люблю ловить, голавликов. Голавлики. Голавлики.
микроскопические. Еще есть поимка, ребят. Что-то тоже совсем не крупное. Гиповый крынг. Совсем маленький головлик. Ах ты! Гад. Бешеный. Иди гуляй. Чуть не поранил меня сильно. Так, слегонца. Хорошо перчатки были. А так бы, конечно, загнал бы капитально. Капитально. Вот такой крынг от Цуёки. Забыл, как он называется. Крэнк называется Swing XL35F. Цуёковские. Работа у них прекрасная. Имею в нескольких цветах. Стоит недорого. Но есть маленький нюанс. Перехлёстываются крючки. Нужно либо сюда маленький ставить крючок под пузо, либо вообще убирать его. Ну, либо подбирать поменьше крючки чуть-чуть. А так воблер рабочий. Закончил свою рыбалочку. Рыбалочка была не особо. Активной рыбы очень мало. Зашло много язя. Но он тоже неактивный, стучит. Ну, не берет. Вот один язь попался, и все. 3-5 мелких голавликов, грубо говоря. Мелкий судачок. Вот и все. Ну, хоть девки порадовали, посмешили. И то хорошо. С вами был Рыбачок 36. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.